Сергей Александрович Есенин. Быть поэтом – это значит тоже. Быть поэтом – это значит тоже, если правды жизни не нарушить, рубцевать себя по нежной коже, кровью чувств ласкать чужие души. Быть поэтом – это значит петь раздолье, чтобы было для тебя известней. Соловей поет, ему не больно. У него одна и та же песня. Канарейка с голоса чужого, жалкая, смешная побрякушка. Миру нужно песенное слово, петь по-свойски, даже как лягушка. Магомед перехитрил в Коране, запрещая крепкие напитки. И поэтому поэт не перестанет пить вино, когда идет на пытки. И когда поэт идет к любимой, а любимая с другим лежит на ложе, благую живительной хранимой он ей в сердце не запустит ножек. Но, горя ревнивой отвагой, будет слух насвистывать до дома. Ну и что ж, помру себе бродягой на земле, и это нам знакомо.